Я сейчас на даче в Подмосковье. Мы ездили сегодня в храм на службу. Сегодня 2 октября 2022 года. И наша матушка, жена настоятеля нашего храма, подарила мне сокровища. Это лилии мартагон, все разных сортов. Огромные совершенно луковицы, сильнейшие. Я сейчас буду сажать, я в таком восторге. Они же все очень хорошие, сильные, все разного сорта. Какие-то вот светленькие. Это вот розовая луковица. Вот так, раз, два, три, четыре, пять. И еще пион кэрол. Тоже она мне выкопала с почечками, с такими хорошими корнями. Вот такой вот у меня подарок сегодня. Сейчас буду свою коллекцию мартагонов увеличивать и пополнять. Спасибо доброму человеку. Такие луковицы даже не продаются. Я купила в этом году луковицу лилии мартагон в магазине «Деленка». Я заказывала после Нового года, в январе. Мне ее прислали в марте. Она была не больше грецкого орешка. Очень дорогая. Мартагон рубрум. А вот эти вот, ну, гигантские. Такие даже не продают. Вот, просто чудо. Делюсь радостью. Я сейчас на даче. Хороший такой денечек. Сегодня воскресенье. Скоро поедем в Москву.